Приветствую, комрады. Начинается третья серия Medieval Total War Rim. Какая ситуация? Фактически на Эйчу находится один мощный отряд Мавритании. Миланская армия находится и полуразбитая сицилийская армия. Отсюда нам ходить смысла нет. Так. Надо что-то делать в любом случае. Так, Венеция. Милан. Попробуем заработать немного пищи. Что вы хотите знать? Думаю, что это принесет прибыль. Жду приказаний. Чисто развиваемся. Посмотрим на вражеский город. Денег нету. Переход хода. Так, будем атаковать два города. Два семь. Слова не что. Выходите, марш! Да? Мы здесь не пройдем. До приказаний? Да, милорд. Поднять якорь! Ваше Величество. Да? Начнется бой! Враг разбит! Мы одержали победу! Ваши враги стали вашими подданными. Захватили Дурацилу. Оставляем одного пехотинца. На сегодня все. И пробуем захватить. Салоники. Отличное место для битвы.
Так, здесь ситуация довольно-таки плачевная. Тираны-копейщики надо строить. Навряд ли этот город уберу. Дипломатия. Союз Германии. Так, у меня, в принципе, неплохо все. Так, я вассалом являюсь. По крайней мере, Германия меня точно трогать не будет. Там можно будет с ней разобраться. Так. На доспехах думаю такие неплохие. Так, пропуск хода. Так и я знал. Они надеются взять нас измором. Ваше величество. Жду приказаний. Вперед! Выступаемся. Жду приказаний. Да? Далее, войны! Жду приказаний. Марш! Это неожиданно. Они посмели взять нас в осаду. Глупцы. Решил я проиграю эту территорию. Поэтому мне надо быстрее захватывать эту. До приказаний. Да начнется бой. Да, милорд, начинаем осаду. Продолжаем, да? Объединяй войска, милорд! Идем на врага! Они никуда не денутся, милорд. Осада продолжается. Да? Да, милорд? Есть! Сражайтесь или убирайтесь! Так, шансов никаких. Не стоит попробовать. Теперь бой. Пленные нарушены. Убивайте всех! Если бы захватил тот город, именно кто, скорее всего, бы не сунулся бы на меня. Войны! Ждите приказа! Копейщики! Арбалетчики-щитоносцы! Арбалетчики-щитоносцы! Выступайте! Копейщики! Охрана полководца! Шага! Марш! Копейщики! Вперед! Выступайте! Наступление! Шагом! Марш! Арбалетчики, щитоносцы, остановитесь, сражайтесь! Охрана полководца!
лагеря! Они лезут на стены! Угостите их сталью! Вперед! Быстрее! Арбалетчики, щитоносцы! Копейщики! Охрана готова! Арбалетчики, щитоносцы! Ждите приказ! Они ломают наши ворота! Пока все складывается в нашу пользу. Если ничего не изменится, мы победим. Копейщики! Копейщики! Ворота разбиты! Копейщики! Охрана готовится! Вперед, марш! Враги приволокли осадную башню! Обороняйте стены! Захватил наши стены! Убили еще раз, а пока наши воины одерживают верх. Обескровлен. Мы истребили половину его. Все складывается в нашу пользу. Если ничего не изменится, мы победим. Арбалетчики, щитоносцы! Стрелять без команды! Арбалетчики, щитоносцы! Копейщики! Копейщики! Стоял весь город. Копейщики! Копейщики!
Приказ выполнен, милорд. Арбалетчики-щитоносцы! 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 Стрелять без команды! Охрана полководца! Копейщики! Выступаем! Охрана полководца! Выступайте! Нас атакуют! Сейчас им будет хана. Нас атакуют! Приказ выполнен. Арбалетчики щитоносят в атаку! Марш! Бегом! Бегом! Надо бы их пустить, а потом раздавить. Ну ладно. Можно таким методом. Еще рано, но пока наши воины одерживают верх. Арбалетчики-щитоносцы! В атаку! Охрана полководца! Бегом! В атаку! Бегом! Атаку! Бегом! Будем стрелять с помощью арбалета. Говорить о победе еще рано, но пока наши воины одерживают верх. Приказ. Быстрее! Копейщики! Наступление! Нас атакуют. Нужно действовать. Говорить о победе еще рано. Но пока наши воины одерживают верх. Арбалетчики-щитоносцы. Арбалетчики-щитоносцы. В атаку! Отряд, марш! Арбалетчики-щитоносцы. Стрелять без команды. В атаку! Отряд, марш! Охрана полководца! В атаку! Бегом! Арбалетчики-щитоносцы! Выступаем! Пока все складывается в нашу пользу. Если ничего не изменится, мы победим! Сейчас раздамся с кавалерией. Будет стрельба на спину. Арбалетчики-щитоносцы! В атаку! Выступаем! Выступаем! Арбалетчики-щитоносцы! Приказ выполнен! Арбалетчики-щитоносцы!
разведчики, щитоносцы! В атаку! Отряд! Марш! Враги бегут с поля боя. Покажем этим трусливым смердам. Вот что значит крутые арбалетчики. И в бою неплохо участвуют. И стрелки охеренные. Славим Господа. Враг разбит. Это великая победа. 41 против 500. Сейчас надо замок штурмовать вражеский. Или горы, точнее. Казнить. Я не боюсь осады. Так. Вступить в бой. Что крепость успел сделать? Воины, ждите приказа. Копейщики! Очень неудобная диспозиция. Так, итого. Ну, в принципе, отстоять получится. Мы просто даем. Арбалетчики! Лучники! Зажечь огонь!
сейчас попробуем поджечь таран. Если получится, это будет офигенно. Надо дождаться, пока он подойдет. В принципе, войска не такие сильные. Они притащили лестницы! Сейчас будет жарко! Блин, чуть ли не пропустил. Чуть ли не пропустил. Проклятие! Таран у ворот! Арбалетчики! Копейщики! Вот так загорелась башня. Это самое лучшее, что я мог сделать. Подземная башня стала кучей дров. Посмотрим, что еще они задумали. Пока наши воины одерживают верх. Прекращаем стрелять по своим. Орудие! Пока наши воины одерживают верх. Скотинь! Выступаем!
Вражеский полководец – бесчестный трус. Он бросил свою армию и бежал. Сейчас будем кавалерию атаковать. Мы истребили половину его армии. Быстрее! Нифига себе, Раш. Это и называется Раш. Все в панике. Сейчас за гигантские потери врага. Вражеский полководец – бесчестный трус. Он бросил свою армию и бежал. И по делам ему, трусливой собаке. Да, нифига себе, мораль высокая. Говорить о победе еще рано, но пока наши воины одерживают верх. Враги бегут с поля боя. Эта победа прославит доблестных и отважных воинов. Да, милорд. Выкуп, не выкуп, выкуп.
Вас атакует вражеский флот! Так вы сражаетесь? Назовите место, где мы вступим в бой. Ваше Величество. Блин, крестовый поход забыл. Да? Укажите врага. Кого мне сокрушить? Ваше Величество. Не пожалею, что не бежали сразу. В атаку! Войны, ждите приказа. Арбалетчики, щитоносцы, остановитесь и сражайтесь. Арбалетчики, щитоносцы. Арбалетчики, щитоносцы. Марш! Арбалетчики, щитоносцы. Выступайте. Марш! Копейщики! Марш! Марш! Выступайте! Охрана полководца! Марш! Копейщики! Арбалетчики, щитоносцы! Арбалетчики, щитоносцы! Арбалетчики, щитоносцы! Мы даже не устоим. Врага побольше тут. Пехота. Раз, два, три, четыре. Арбалетчики, щитоносцы! Копейщики! Копейщики! Арбалетчики, щитоносцы! Они лезут на стены! Угостите их сталью! Арбалетчики, щитоносцы! Арбалетчики, щитоносцы! Копейщики! Охрана полководца! Святые угодники, они ломают наши ворота! В атаку! В атаку! Приказ выполнен! Говорить о победе еще рано, но пока наши воины одерживают верх.
Арбалетчики, щитоносцы! Арбалетчики, щитоносцы! Попали! К оружию, воины! Арбалетчики, щитоносцы! Ждите приказа. Враги приволокли осадную башню. Обороняйте стены! Охрана полководца! Дай бой! Отряд! Башню! Пока все складывается в нашу пользу. Если ничего не изменится, мы победим. Охрана полководца! В атаку! Бегом! В атаку! Бегом! Арбалетчики! Охрана полководца! Охрана полководца! Охрана полководца! Охрана полководца! Охрана полководца! Пошире шаг! Арбалетчики щитоносцы! Арбалетчики щитоносцы! Следите приказы! В атаку! Спекси нас, Господь! Враг уже на стенах! Держите оборону! Охрана полководца! Выступайте! Шире шаг! Наступление! Выступаем! Арбалетчики щитоносцы! Арбалетчики щитоносцы! Враг потерял половину бойцов. Их полководец бежал, как последний трус. Вперед! Победа близка! Арбалетчики-щитоносцы! В атаку! Бегом! Стой! Арбалетчики, щитоносцы! Копейщики! Стой! Арбалетчики, щитоносцы! Хвала Господу! Враги бегут, как трусливые псы! Победа близка! Сколько я сейчас стрелов уничтожу, столько у меня шансов будет выйти на следующий бой. Арбалетчики-щитоносцы!
Арбалетчики-щитоносцы! Арбалетчики-щитоносцы! Шагом! Вперед! Вперед! Арбалетчики-щитоносцы! В атаку! Копейщик! Рано полководца! Марш! Марш! В атаку! Приказ выполнен! Шире шаг! Арбалетчики щитоносцы! Марш! Марш! Вперед! Шире шаг! Арбалетчики щитоносцы! Арбалетчики щитоносцы! Арбалетчики щитоносцы! Копейщики! Арбалетчики щитоносцы! В атаку! Охрана вперед! Вперед! Бегом! Шагом! Марш! Вперед! В атаку! Бегом! Арбалетчики щитоносцы! В атаку! Охрана полководца! Приказ выполнен! Бегом! Копейщики!
щитоносцы! Арбалетчики, щитоносцы! Копейщики! Арбалетчики, щитоносцы! Копейщики! Вперед! Вперед! Арбалетчики, щитоносцы! Арбалетчики, щитоносцы! Бегом! Охрана полководца! Да. Есть кому не нравится. То, что я гоняю за противником, то поставьте на, либо перемотайте, либо не смотрите просто. Охрана полководца! Охрана полководца! Охрана полководца! Этой победой восхитится весь христианский мир! Приказывайте. Жду приказаний. Ваше величество. Так, все-таки я закончу. Так, мне что остается захватить? Никея. Но Константинополь может наталаться. Раз. И второй захватить Фесса. Лоники. Пусть этого появятся деньги. И я смогу. Так, я смогу атаковать. Давай. Чудовой сканет получится передвинуть. Восхищаетесь своим врагом? Есть, милорд. Что прикажете? А? Что прикажете? Что приказаний? Куда вы нанесем удар? А? Ваше величество. Воины, марш! Жду приказаний. Укажите врага. До свидания, до следующей серии.